Ну, у нас повышают стипендию на 90 рублей. Это хватает ровно, наверное, два раза съездить сюда и обратно. В институт и до дома. Например, тетрадку забыл, и все. Вот на это 90 рублей хватает. Ну, даже сигарет не купить. Мы получаем 614 рублей. И это хватает даже на неделю, наверное, хватает. Это секрет? Иностранные студенты, ты примерно сколько? Но хватит, но я не могу говорить, сколько я получу. Неделю, две жить можно. На 1600 рублей. А потом я подрабатываю. Ну, у меня социальная стипендия, то, что у меня льготы. У меня получается то, что в ГУ первые полгода идет стипендия по баллам, ну, кто как сдал. У меня идет 4500 просто стипендия и социальная стипендия 10 тысяч примерно. Еще у меня пенсия есть, по сути. Так что мне хватает на жизнь спокойно. Бірінші семестр, да, ұнмен, но бірінші курс. Ну, жите, пока бы ты не вергады. Икінші семестр, да, дүртлі бешлеге бітірсен, мүн жиде из бұғай. Бешлеге гіне бітірсен, 3600 мүн, қатырлемен мәсе чесіне. Ансы, иге қойтып келдерге, мүн ерім енді мені. Так, ну и все, он того шарга зрек. У меня повышенная стипендия, поэтому я получаю 5800. И в основном я трачу на еду и на проезд. Первый семестр я получаю 10 тысяч стипендий. Вот как хватает на дорогу, чтобы питаться. Я получаю 1700 рублей в месяц, и хватает мне только на покушать несколько раз. Ну, я получаю 2600, ну, хватает это так себе. Родители вот помогают. Ну, я получаю стипендию 1700 рублей. Ну, хватает это так, чисто, не знаю, на еду маленько, там, туда-сюда сходить в столовые. Вот. А 90 рублей, если добавить, ну, неощутимо будет, ты даже не поймешь, что-то прибавили или нет.